Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. При неадекватной самооценке владелец этого имени старается убрать всех более-менее талантливых людей из своего окружения, безраздельно царить и властвовать, не считаясь другими мнениями и советами. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буквенное значение имени во главе с буквой «а» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Обладатель этого имени либерально настроены и свободны от предрассудков, уважают права других людей. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.